Уже после пикета главный консул Китая в Казахстане прокомментировал журналистам ситуацию со скандальной статьей на популярном китайском сайте. Если честно, я это произведение не прочитала, но об этом событии я знаю. Китай и Казахстан – добрые соседи, хорошие друзья, надежные партнеры. Мы всегда дружим, сотрудничаем, и поэтому нельзя через этот маленький такой эпизод уже сомневаться, что китайское правительство или китайский народ в целом как-то не очень дружно относится к казахстанскому народу. Это если так, то это ошибка большая.